Всем здрасте. Экспромтное видео о ремонте телефона Samsung Galaxy S4. Даже нет, не так. Лайфхак специально для владельцев этого телефона уникального. В нем часто перестает работать GPS. Стоишь, показывает местоположение. Начинаешь ехать, он теряется. Пишет поиск GPS. А мы здесь меняем экран на этом телефоне. Вернее, не экран, а переставляем материнскую плату, потому что разбился экран, есть телефон с рабочим экраном, и надо сюда материнку переставить. Мастер такой, ножопорок. Телефон уронил. Все, как говорится, на коленке происходит. Так, теперь, дай бог памяти. По-моему, как-то вот так вот. По-моему, как-то... видео, блядь, получается. Так, все же карточки вытащены, все выключено, то есть мне сейчас ничего не мешает его разобрать, правильно? А вот и лайфхак. Если такое случается с GPS, вот этот контакт, вот он, а вот контакт на антенку GPS. А, нет, пердоли. Вот эти два контакта, вот один, вот второй. Вот они здесь, один, второй. Их надо зачистить, а может быть даже здесь так немножко вверх его подогнуть. И GPS возвращается. Так, теперь снимаем материнку. Снимаем материнку. Значит, да, пластмассовым, блядь. Раз. Здесь у нас вот он. Два. Два. И вот еще три. И вот шлейф матрицы. Ну да, по-моему, это он. Эй, матрицы. Матрицы фотоаппарата. И вот шлейфы на датчике.
приближение, освещение. Вот это был на звук шлейф. А вот шлейф матрицы. Вот это он такой. Здесь. Аккуратненько. Эти шлейфы нам снимать не надо, потому что мы снимаем вместе с... Это шлейф на что-то там шлейф. На вот эту штуку отдельно. Вот, и поехали дальше. Отверточка не магнитная. Что, все, да? Там, может быть так мало болтиков. Так, аккуратненько отправляем, чтобы ничего не цеплялось. Что нас держит? Ага, нас держит камера. Этот выкручен. Карточка лучше возьму. Так. И так на себя бы камера держит. Сразу. Ага, и вот этот винтик тоже держится. Это был один черный. Да. И надо поднять надо вот этим. И он должен. Ну, камера обычно не дает выйти. О! 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 Все. Вот этот штук нам больше не пригодится в этой жизни. А с виду ничего, да? Даже трещин не видно. Вон и куча запчастей. А вот наш пациент с разбитым в хлам экраном, но зато показывающий изображение. И наша задача по-рыхлому вот эту штуку поместить в этот телефон. И на самом деле этого абсолютно нечего бояться. Потому что гладиолусы. Потому что гладиолусы. Ну, смотри, сколько болтов запасных. Теперь у нас будет. Если честно, у меня еще жмение запчастей есть. Закрана нет. Это единственный экран. Еще одна материнка есть. Две камеры есть. По-моему, или одна, или две вот таких звуковых динамика.
Потерялся один шурупчик, но это не страшно, у нас есть. Эх, тут, конечно, тут. Ну вот и все. Вот, короче, вот так вот это обычно, да, происходит вот так. Но эти все детали нам как таковые пока здесь не нужны. А эта штука на контактах. И понеслась. Ух ты! Ничего себе! Ничего себе! Так, поехали по порядку. Один, второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. И теперь так. Раз. Два. Ты видел, сколько разъемов есть в этом телефоне? Разъемов, которые вот сюда можно подключаться. Интересные всякие штуки получать в виде бонусов. Тут поднялась, тут не держит. Вот этот момент, конечно, такой именно самый волнительный, чтобы ничего не зацепилось нигде. И все красиво вышло. А теперь главное не перепутать. Это у нас плохая детская плата. Слушай, а где лучше камера? Вот здесь лучше. Ну как-то тут на камере не знаю, какое стекло. Она хоть и выпуклая, но она никогда не царапается. Вообще, вот, блин, 13-го года телефон, ни одной царапины на камере. Хотя один из тысячи телефонов так эксплуатируется, как эксплуатировались вот эти телефоны в таких условиях страшных и ужасных.
Фермалента. Так. Что мы сделаем? Мы поменяем этот кусочек термоленты порватый. Это процессор, а это что это? Северный мост, скорее всего. Что же компьютер? Так, куда же я плохой отложил, да? Они одинаковые. Так, все отлично. Шлейф матрицы камеры хорошо держится. Бывает, когда снимаешь, он цепляется, и потом надо еще раз разбирать. Камера не работает. Поэтому перед сборочкой рекомендуется проверить. Инструменты, вы проводок, там карточка и отвертка, так и назовем видео. Как сделать трансформер из Galaxy S4 с помощью отвертки, проводка, блин. Туда засунулся и не хочет вылазить, не хочет уже снимать. Позабывал все шлейфы там внутри. И теперь он сел. Закрываем на место шлейфики все. Проверяем, чтобы... Все, чтобы было включено. Звук обязательно. Ставить сюда. Слушай, в этом телефоне мне нравился звук. А какой он? Вот этот целый. А мы эту крышку и поставим сюда. Все. Мы эту крышку и поставим сюда, потому что это пострадал. Пострадал, круто напал. Как в Comedy Club. Там два винтика не закрыты. А зачем? А ну прижало бы и все. Как ты думаешь? Он подаст признаки жизни, когда мы его включим. Естественно. Трансформер. Твой так же сам. Ты состоит в тех же элементах.
Так. Два винтика мы закрутили, то все мы поставили. Ставим новую крышечку. Правильно, я же ничего не забыл, да? Ага, сейчас бы. Хорошо. Все отлично. Да, намагнить бы отверточку было бы прикольно. Слушай, может ремонтом телефонов заняться? Как отвертку намагнить сначала? Закручиваем как головку в автомобиле. Исключительно по книжке. Крест-накрест. Там не крест-накрест. Там получается технологически просчитано. Там даже болты специально так стоят с такими смещениями. Для того, чтобы во время зажима головки она не деформировалась. То есть болты стоят в нужном месте. Именно не для того, чтобы она хорошо там держалась, а для того, чтобы ее правильно зажать. О, на магнитик. Динамика магнитится. Слушай, они разной длины. Сюда, наверное, не войдет длинный. Я не продавил там ничего, когда закручивал. Наверное, все-таки продавил. Тебе на телефон ремонтировать? А то я могу. Могу. Ну все, хорошо. Новая попытка номера. Дымный пешок. Ну, барабанная дробь. Ну, по крайней мере, мы получили рабочий телефон. На этой счастливой ноте со всеми попрощаемся и закончим этот выпуск веселых ремонтов. Кто досмотрел до конца, тому плюс 10 к удаче.